3 ноября 2009 года. Сейчас каникулы у детей, да? Вот мы на кухоньке, в трехкомнатной квартирке, где, как положено, подлежащим умиранию русам. Русские это православные, а кто не верует в Христа, те русы, да, русичи. Я с младшим десятком своих детей, у меня их 15, 9 сыновей, 6 дочерей. Старшие 5 уже дали внуков двухметровых, а сейчас... У меня какой? 11-й ребенок, 7-й сын? 7-й сын, запутался уже. Алексеев царь Владимирович сыграет для меня и для вас на каникулах-то, да? На баянчике своего имени царь под горку. Русский царь должен под горку играть. Царя. Это же большая редкость, правда? А царь играет на 10 инструментах, как минимум, ну это на других сюжетах у меня в интернете, да? Я для чего это в интернет выпускаю, чтобы все равнялись на меня, если даже положено вымирать-то, да? Администрация, нанятая вроде бы нами, и президент, все старается, чтобы сгноить нас, русов, то мы будем вымирать с музыкой, так веселее, правильно? Он лучший степист у меня танцует, у меня все дети и степ танцуют, и спортсмен. Призы всякие, под дзюдо всех отметили, да? Да? Кубки, первое место, ну, спортшколу там всю. Пришел худенький, а всех оттарабанил, да? Притащил у меня кучу. Так что советую всем побольше детей, побольше радости. Внуки это хорошо, они двухметровые, а дети еще маленькие. У меня старшему 40, младшему 4. Так что догоняйте меня, переплюньте меня, превзойдите меня. Всем советую.